Вакцина, приобретенная за счет средств местного бюджета, была завезена в областной центр Брещины на текущей неделе. В настоящее время учреждения здравоохранения Бреста и района получают препараты. Мы получили вакцину сегодня, она с фармацией, со склада фармации. Получили ее в количестве 13 185 доз. Уже детская первая поликлиника, детская вторая получили. И некоторые лечебные учреждения сел. В 2015 году против гриппа в областном центре и районе было привито более 129 тысяч человек, что составляет порядка 40% населения. Целесообразность широкого охвата подтверждена на практике. Эпидемического подъема заболеваемости не было. В текущем году поставлена задача провести иммунизацию на уровне года минувшего. Как вот только придет вакцина, в интересах граждан для себя любимых пойти и как можно раньше привиться. Потому что мы не знаем, как поведет себя погода в ближайшее время. Сезон заболеваемости рассчитан, начинается с 40-й недели года, поэтому до этого осталось не так много времени, как раз достаточно для того, чтобы развился полноценный иммунитет. Делать прививку или нет – вопрос индивидуальный. Можно услышать большое количество доводов и за, и против. Сделать правильный выбор, учитывая особенности организма, поможет врач. Консультация не отнимет много времени, но определенно принесет пользу. Однако стоит поторопиться. Для развития иммунитета необходимо время. Порядка 3-4 недель, а дождливая осенняя погода вместе с инфекциями может прийти на Брещину в любой момент.